Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, и мы начинаем играть в The Walking Dead, по-моему, A New Front, или там как-то так называется, я уж не помню. Сейчас посмотрим. Здесь пишется A New Front, там какой-то, новый фронт, по-моему, в переводе. Я играл на пиратке первые два сезона, и, соответственно, сохранение с первого сезона я перекидываю во второй. И, опять же, повторяюсь, я действовал в основном, как поступил бы в реальной жизни, но все равно были такие несколько моментов, которые я даже, ну, поступил так, как я бы не поступил, то есть, в реальной жизни, потому что такие некоторые моменты были, что нужно было, допустим, заполучить лояльность того или иного персонажа, только выполнив определенный ряд действий, событий пройти. И поэтому приходилось идти наперекор в этой... Там, ну, там с Кенни. Кенни это вообще это отдельная тема. Вот. В предыдущем сезоне, в финале, мы его застрелили. Как это неохотно сделал прям. Потому что он с ума уже сошел. Но, как я узнал потом, если застрелить Джейн, это вот эта баба, кто не в курсе. Ну, вдруг кто начал с третьего сезона смотреть. Лучше с первого посмотрите, конечно. То, если ее застрелить, то Кенни останется жив, и мы, оказывается, придем в поселение какое-то, и где нас якобы примут. Либо же можно с Кенни уйти там, либо он нас оставит в поселении и сам уйдет. То есть его-то не пустят. Только либо нас пустят, либо мы не пойдем вообще и развернемся, мы с Кенни пойдем обратно. Вот, я узнал, я, блин, что же я наделал, нахрена я его застрелил? Потому что я с Кенни корешился с первого сезона и обрадовался, когда он был во втором. Здесь, к сожалению, это сохранение мне, я пытался, но... Не получил закинуть. Может, как-то еще можно там станцию с бубнами, там что-то поколдовать, там ахалай-махалай, там и что-нибудь может выйдет. Но в игре предоставлен выбор, то есть можно такие ключевые моменты там повыбирать. Там вот. Вот я, короче, там понажимал там тык-тык-тык-тык-тык, и он мне вывел вот этот финальный результат. Не сдаваться. Так, во втором сезоне Клементина оставалась верна семье и друзьям. Самая отчаянная ситуация, когда ссора Кенни и Джейн поставила под угрозу всех, Клем неохотно застрелила Кенни, чтобы спасти Джейн. Ну, в принципе, как все и было. Затем Клем, Эй Джей и Джейн вернулись в магазин Хау и взяли к себе семью, искавшую убежище. Это тоже верно. Что ж, давайте начнем. Так, новый рубеж. Неразрывные узы, часть первая. Какие-то новые персонажи у нас тут куплены и поставлены, и установлены, поставлены. Пути Хавьера и его семьи случайно пересекаются с враждебной настроенной группой, и построено недопонимание перерастает в неуправляемую стычку. Тут у нас эпизод 2. О, этот Иисус. Нифига, Клем подросла. Как всегда, у нас, короче, 5 эпизодов. Ну, то, что Иисус сериал, мне это уже нравится. А что такое? А, ну это сезон. Тут еще у нас Мишон какой-то вышел. Там тоже этот, ну, такой смачный. Надо будет этот, какого, тоже прикупить, там проходить. Я что-то, ну, посмотрю, так нормально. Ну что ж, давайте начнем. The Walking Dead. Переместите бегунок так, чтобы логотип был едва различим. Ну, так-то да, но... Учитывая то, что программа, которая рендерит видео, и, то есть она ухудшает, ну не ухудшает, но темнит картину. Темнит, потом я заливаю в YouTube, и он еще темнит. То есть получается как, картинка мне нормально видна, я загружаю, через программу плохо видно, в этот загружаю, и вообще ни хрена не видно. Поэтому приходится выкручивать. Соответственно, ухудшает, и в итоге нормально все становится на финальном, как бы, этим. Ну, один хер там темно. Я вот, допустим, в Outlast'е на максимум выкрутил. Я-то все видел, а, допустим, я видео уже смотрю. Так, мне сделан выбор, сюжет и звезд, зависит от... Ну, это понятно. Ну, это иллюзия выбора здесь, конечно. Телефон? Hey. It's time.
Я не знаю, я предыдущих двух сезонов я как бы озвучил, читал. Не знаю, в этом третьем сезоне надо читать. Давайте я попробую, там напишите, стоит, не стоит. Я знаю, ясно? Мне просто, я уже еду. Не знаю, просто может кто-то читает и кому-то нахер мне тут слушать. Дэвид! Дэвид! Эй, Дэвид! Эй, Дэвид, братишка, мне пришлось бросить машину на улицах, пробки на много миль. Он мертв. Нет, я пытался. Ты знаешь, что ты гребаный урод? Единственный раз. Единственный раз, когда ты здесь нужен. Нет, пожалуйста, не надо. Все здесь. Они здесь уже много дней, а ты где, блин, пропадаешь? Мы там, все вокруг него. Все, кто его любит, а ему страшно. Я вижу в его глазах панику, и он обыскивает взглядом комнату. Где Хавьер? Где мой мальчик? Я здесь, рядом с ним. Держу его руку. За руку. Как хороший сын. А он меня даже не видит. Он не видит меня, потому что ищет тебя. Он был моим отцом, хорошо? Ты не единственный, кому плохо. Вот каким замечательным сыном ты оказался. Дядя Харви? Зачем вы ссоритесь? Не волнуйся, Гейб. Мы просто возимся по-дружески. Гейб? Просто шутка между двумя братьями. Не так ли? Ага, твой дядя такой веселый, все обращает в шутку. Гейб, где Халфа 3? Вступай внутрь. В смысле? Чё ты вперёд корёл? Все хорошо. Иди внутрь. Я кого-нибудь позову. Возьми тело. Да. Графончик нормально так. Подтянули. Я люблю тебя, братик. Ты же знаешь, верно? Все шло потихоньку. Я знаю. Ты думаешь, я тебе завидовал? Я ничего не думаю. Что ж, это так. И это длилось долго. Ну, все понятно. Ты заблуждаешься больше, чем... Не может быть, из этого выйдет что-то хорошее, потому что ты нужен нам. Но может быть, из этого выйдет что-то хорошее. Пора повзрослеть. Это ты больше не убежишь. Ты прав. Даже не стану спорить. Я побуду здесь. Можешь на меня рассчитывать? Хочу в это верить. Да. Хави. Кейт. Мне так жаль, Хави. Мне так жаль. Спасибо. Пойдем внутрь. Ты нужен матери. Что случилось? Идем. Большая у них семейка-то. My
Мама, где ты был? Я пытался. Я пыталась. В смысле пытался? Мне так жаль. Его не стало. Джо, его не стало. Он в лучшем месте, мама. В смысле я пыталась? Недолго твой дядя Гектор. Какие планы на похороны? Дэвид договорился с отцом до того, как он умер. Telltale Presence. Я не могу пройти. Нет связи. Skyboat Entertainment. Хочешь пить, малыш? Хочешь сок? Grandpa's cup was empty. Дедушкина чашка пустая. Не сыпь соль на рану. Тебе не нужно больше наполнять его чашку, малыш. Дедушка спит. Нет, Я-Я. Проснулся? А, прикольно, да, я понял. Это, блин, слишком быстро этот, я не успеваю прочесть даже. А их не насторожило то, что она говорит, он проснулся, и всем насрать. I'll tell them story by Brent Kane, Matt Bolland. В фильме... Ходячие мертвецы. Ну ладно. Хотел шутку какую-то сморозить, но что-то не зашло. Тут слишком интересная ситуация. Ну, не знаю, вообще... Рафа? Как так получилось? Оттащи его! Папа, стой! Папа, успокойся, это я. Что ты делаешь? Он сошел с ума, напал на Гектора. Он просто запутался. Мама. О боже. Укусил, да? Все хорошо. Сейчас его укусим. Хави, помоги ему. Дэвид! Мне жаль, папа. Блин, начало нормально такое. Саундтреки, этот, надписи. Нам нужно идти, нам нужно доставить ее в больницу. Дай мне посмотреть. Габриэль, где твоя сестра? Ключи! Где гребаные ключи? Возьми папину машину, ключи внутри. Мама, забери детей, встретимся в больнице. Не выезжай на шоссе, оно заблокировано. Я подгоню фургон. Где Мари? Не знаю. Мариана, нам нужно идти. Яна ранена. Давай, дорогая, нам нужно идти. Яна. Нет. Яна, я не знаю, как ее более правильно. Нет. Все хорошо, деточка, все хорошо. Центральная окружная больница, я знаю дорогу. С кого как, в такси. Че, тоже укусишь? Но они же еще не знают, что укусом заражается. Да они вообще не поняли, что сейчас было. То есть подозрение его. Ну просто он на чеку имеет в виду. Блин, начало мне нравится. Хорошее начало. По сравнению с первым и вторым сезоном вообще ништяк. То есть до эпидемии. Ну показывает отдельную историю. Ну правильно, хватит там уже этот титьки иметь с этими. Ли. Не, ну, блин, Ли тоже классный, но настоящий момент.
Надо переходить к следующему моменту и схлестывать вот этих героев. Скажи, когда она достигнет лагеря. Ничего себе, никогда не видел их так много. И определенно их становится больше. Да уж, не очень хороший знак. Костер. Кто-то их манит, да? Проклятие, я оставил бутылку воды. Стал только что добрался сюда. Меньше 4 часов. Давай, нам нужно двигаться дальше, пока дети спят. А, нет, это их лагерь, походу. Да. Ну, этот перевалочный пункт такой небольшой. Тот грузовик, кстати. Долго он не сохранился. Похоже, стадо немного ускорилось. Я думал, что оно движется на юго-запад, но теперь я не уверен. Я разрываюсь, мы так долго на дороге, это очень утомительно. Но каждый раз стадо подает, и я не могу отделиться от мысли, что мы... Зачем так быстро? Мы поедем дальше. Эй, блокнот у тебя, думаю, лучше решать тебя. Круто, здорово. Потому что я просто иногда рисую в нем. Мне нужно было что-то записать. Попозже разберемся. Как всегда. Эй, я собираюсь покурить. Я не могу поверить, что ты нашла траву. Шутишь? Люди, наверное, выращивали ее еще до того, как поняли, что им нужна еда. Хорошо, только... Короче, давай побыстрее. Сейчас не разбуди детей. Ой, смотри. Расслабься. Мариана в наушниках, а Гейб пускает слюни. Думаю, все тихо. Гейб, да. Они все гейбы такие. Хочешь? Я не курю. Одному из нас лучше быть трезвым. Не суди меня. Хотел просто в этот. Когда я узнал, что у Дэвида есть дети, я сказал ему, что останусь для них той, кто я есть. Когда он сделал предложение, я напомнил ему, что рождалась не для того, чтобы быть мачехой. Прямо в лоб. Он согласился, но уверен, что он был обеспокоен. Я знаю, что он пытался изменить меня. Или, по крайней мере, надеялся, что, проводя время с детьми, я изменюсь. Полагаю, что это так и вышло. Он всегда был таким упрямым, даже когда мы были детьми. Он смотрел на меня определенным образом и старался заставить тебя смотреть так же. Че, его не стало? Значит, вот откуда это у Гейба. Я часто нелестно отказывался обо всех этих мамашах, которые вечно твердят, что расти детей – сущий ад. Но Гейб заставляет меня думать, что они были правы. Мариана и я хорошо ладим, но его перепад настроения, не знаю. Шучу. Шрифт очень мелкий. Конечно же. У Гейба недавно был всплеск эмоций. Уверен, у него просто сложный период. Ну, конечно. Всплеск эмоций? Ладно. Очень мило. Слушай, я люблю этих детей, но я бы могла вполне обойтись без напоминания Гейба о том, что... Он же подросток. Половая зрелость, гормоны. Когда у тебя появится эрекция, все вокруг мертвы. Появляется Эрикс. О чем ты говоришь? Это лучше, чем окровавленное нижнее белье. Боже, мне нужен секс. Я понимаю, это был странный разговор. Я не знаю, а может сестра его вообще. Я вообще просто не знаю, кто это. Сейчас начнем с ним мысли. Фу, что за запах? Мы сбились с курса. Привет, Мариана.
Думаю, мы это... Должно быть, мы сбили с курса или вроде того, наверное. Я уже не знаю, что вы принимаете наркотики. Это очень резкое выражение, Марианна. Не говори Гейбу. Она сказала, думаете, я не знаю, что? О боже, теперь вы даже в машине курите. Ладно, опустите окна, пока вас не штырило. Мы сделаем установку, чтобы пополнить припас. Семейные путешествия. Та-дин! Ачивочка. И все, и зависло нахер. Загрузочка. Чка-чка. Блин, можешь как на паузу поставить? О, отлично. Прошу прощения. Блин, прошу прощения, но мне надо, к сожалению, ехать срочно. Поэтому мы прерываем нашу запись. Но я сейчас надеюсь, что здесь будет, ну, как бы, свободное плавание. То есть я могу сейчас походить, будет на этом закончим, чтобы я как раз вышел. И мы с этого момента продолжим. Ну, если начнется там все по новому, то я дойду до этого момента и включусь. Ну, в следующей части. Но я надеюсь, что сейчас мне дадут свободу действий. Ну, давайте, ребят, дайте мне свободу. Ну, не просто так мы заехали на стоянку. Мари, тебе надо? Я молюсь о том, чтобы найти шоколадку. Хорошо. Что нам на самом деле нужно? Шоколадка. Бутылка воды. Бутылка воды. Так, хорошо. Давайте начнем с бензина и будем двигаться дальше. Знаешь, бутылка бензина. Человек без воды прожить не может. Без еды он может прожить. Ну, прикольно, кнопочку изменили. Так что хотя бы еда нужна. Ха, чёрт! Бензин это уже на втором плане. Эй, ты куда? Хорошо, веселись. А ничего, такой Кейт, да? Боже, с ним это никогда не кончится. Ненавижу, когда они ругаются. Правда, ненавижу. Как будто Гейб постоянно хочется поспорить. В семьях всегда так. Ругаются, потом мирятся, потом опять ругаются. По крайней мере, у тебя есть наушники. Да, на батарейке сдохли еще пару недель назад. Я ношу их больше для того, чтобы... Ну, когда ты так говоришь, я тоже начинаю хотеть пару. Можешь взять мои, если хочешь. Возможно, я так и сделаю. Было бы здорово найти какой-нибудь на свалке. Нельзя знать наверняка. Последние 4 года люди сказывают повсюду разное дерьмо. Да, нам точно сейчас дадут свободу вести. Да, и Мари. Если что-то случится, ты найдешь одну из этих машин. Ага. Запрись и не вылази, даже если все стихнет. Жди как можно дольше. Ладно. Хорошая девочка. Good girl! Дайте свободу, дайте мне выйти, мне ехать надо. О, наконец-то. Воу, круто, фонарик. Воу, ништяк. Все круто. Ладно, давайте на этом заканчиваем. С вами был Реактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Пока, увидимся в следующей части. And we're down, we go, go.